Всем привет! Меня зовут Светлана. Сегодня у нас с вами будет видео о продуктовых покупках, которые я совершила на прошедшей неделе. У меня есть такой негласный лимит тратить не более 3000 рублей в неделю на продукты. Моя семья состоит из 4 человек. Это двое взрослых и двое детишек. Лимит я установила буквально недавно и за своими финансами тоже стала следить буквально вторую неделю-то. Давайте посмотрим, получилось ли мне не выйти за границы моего нежесткого лимита на этой неделе. Приятного просмотра! Сегодня понедельник утро, и я уже успела сходить в магазин. Так, покупочки. Хлеб отрубной. Обязательно подпишу все цены. Батон нарезной. Шоколадка. Творог пискаревский. И картофель 5 килограмм. Чек из пара. И из пятерочки. Вторник, я была в перекрестке, и вот такие вот покупочки у меня. Это кетчуп чили Махеев. Потом, так, перец халапеньо, резанный кольцами. Это я собираюсь приготовить пиццу. Так, помидорки черри. Зелень, лук и укропчик. Так, один лимончик. Так, сыр моцарелла для пиццы. Вот такие вот глазированные сырочки с вареным сгущенным молоком. Сухари панировочные, сыр творожный Хохланд сливочный, семушка, смесь орехов и сухофруктов, это дети очень любят. Так. Еще один творожочек и 2 десятка яиц. Вот такие вот покупочки я сегодня совершила. Сейчас я вам покажу чек. Чек сегодня вышел на 948 рублей. Сегодня среда, и я была в двух магазинах. Это Пятерочка и Спар. В Пятерочке я купила яблоки Golden. Вот такие вот. И наш любимый батон. Так. В магазине Спар я купила вот такое вот молочко Савушкин молоко. Наконец-таки нашла молоко, где ровно литр объем. Так, и сливочное масло. Вот такое вот. Сейчас я вам покажу чеки. Вот мои чеки. Пятерочка и Спар. И мои покупочки сначала из Пятерочки. Это печенье овсяное классическое и с изюмом, бананы, яблочки красненькие, к чаю батончики, Сникерс, Пикник. Так, и чек из Пятерочки. Так, затем я была в Магните еще, купила там наш любимый сервелат кремлевский, Стародворье, и сыр Хохланд, ассорти и чизбургер. И сейчас покажу вам чек. Вот. Так, и еще я зашла за печеньками и мясом в фермерский магазин. Здесь куриная грудка и окорочка. Сегодня опять пришлось сходить в магазин, я была в Пятерочке, купила пакет молока, пискаревское 2,5%, сметана простоквашина 15%, батон, творог 2% Светлогорье и мини-чупа-чупсы детям. Вот чек. Так, и еще зашла
купила сухофрукты. Это чернослив, вяленая клубника и арахис в кокосовом соке. Это у меня сын очень любит. Вот, чек. За прошедшую неделю мы потратили на продукты 2888 рублей. В принципе, нам удалось вписаться в тот бюджет, который я выделила на неделю. Если вам понравилось данное видео, то поставьте мне, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем пока!